Всем привет, меня зовут Николай, я представитель компании Globus. Наша компания занимается продажей мебели люксового сегмента, а также 100% итальянскими репликами. Мы работаем в режиме онлайн, где в нашей платформе представлено более 30 тысяч видов товаров, посвященных мебели. Также мы работаем в режиме офлайн, когда клиенты могут приехать нам в Китай и воочию уже ознакомиться со всеми моделями, по которым мы снимаем видео. Сегодня мы находимся у производителя высшей категории, который занимается производством как итальянскими репликами, так и своими дизайнерскими моделями. Поэтому не переключайтесь, сегодня будет много интересного. Пройдемте со мной. Как и многие производители в Китае, этот производитель за основу берет знаменитые итальянские дизайны и затем воссоздает уже свою мебель. Здесь выставлена вот такая вот диванная группа, в основе которой лежат знаменитые модели бренда Корнелио Капеллини. Эта модель, как и оригинал, выполнена в виде чаши. Спинка дивана состоит из мощных колонн, обитых натуральной кожей, соединенных вместе, которые переходят в нижнее основание, поддерживающее всю конструкцию. Металлические прутья на спинке переплетаются с кожными ремнями, открывая порыв страсти и бунтарности этой коллекции. И благодаря такому декору, такие диваны можно выставлять в центре больших помещений, чтобы вы могли наслаждаться их видом не только с лицевой, но и с внешней его стороны. Диван мягкий, уютный, отлично подойдет для дома. Обивка у нас это натуральная кожа. В нижней части у нас присутствует такая вот цельная подушка, она полностью набита поролоном. У нас также присутствуют здесь дополнительные подушки, но они выполняют больше функцию декора. Вот такая вот тонкая и стандартная. Так как на подлокотнике и на спинке у нас присутствуют большие массивные макси-подушки. Этот диван глубокий, посмотрите, со своим ростом 1,82 м я спокойно помещаюсь на этот диван. И на каждой подушке по контуру у нас еще присутствует такой дополнительный декоративный шов по контуру этой подушки, на который еще устанавливаются вот такие вот хромированные металлические вставки. В этой коллекции у нас также представлен вот такой вот обеденный стол, столешница которого возвышается на большой скульптурной массивной ножке, выполненной из нержавеющего металла, имеющей форму песочных часов по бокам, которая декорируется белыми ремнями, выполненными из натуральной кожи. Столешница у нас идет 2,4 метра, это натуральный кварцит, причем это один из самых моих любимых видов столешницы, так как он включает в себя большое количество различных пород, и при определенном освещении он начинает переливаться различными оттенками темно-синего, золотого и перламутровых цветов.
В этой композиции также представлена консоль, выполненная в таком же исполнении. Оба элемента в сочетании могут обогатить любой интерьер, но консоль также можно выставлять и отдельно. Несмотря на дерзость исполнения своих коллекций, этот производитель в первую очередь думает о комфорте, уюте и мягкости своей мебели. Мы сразу же обратили внимание на этот диван, так как это сочетание большого количества подушек, соединенных вместе. Обратили мы внимание сразу же на подлокотник, так как это макси-подушка, которая накладывается на каркас. Она модульная, вы ее можете передвинуть в любое место и использовать как дополнительный элемент. По этому принципу у нас также выполнена и спинная подушка. По контуру все подушки у нас декорированы металлическими кольцами, через которых проходит кожаная плетеная лента. Вообще, этот диван – это сочетание мягкости и дизайна, который будет не только радовать каждый день ваш глаз, когда вы будете возвращаться домой, но и заставит всех ваших знакомых обратить на этот диван внимание. С этим диваном у нас идет такая кровать. Она также декорирована металлическими кольцами и кожными плетеными лентами, но по контуру у нас более явно выраженные складки на коже, подчеркивая мягкость изголовья. Это большая макси-подушка, которая начинается со спинки и накладывается с внешней части. Это изголовье очень мягкое, так что для любителей почитать перед сном, либо просто облокотиться на мягкое изголовье, точно для вас вариант. Обивка – это натуральная кожа, причем она также используется в основании кровати в сочетании с красивой белой строчкой, подчеркивающей форму низа кровати. Если место позволяет, то почему бы не заменить стандартные кресла на вот такие вот круглые современные банкетки? Обивка у нас это натуральная кожа, спинка это металлический каркас, декорированный кожными ремнями. То есть эту модель не обязательно ставить в стенки, ее можно выставить и посередине пространства. Это мягкая, удобная модель и в сочетании с большим количеством подушек и вот таким вот угловым столиком это место превращается в уютный уголок для работы и отдыха. Столешница этого обеденного стола возвышается на 4 скульптурных ножках, выполненных из натурального дерева и в дальнейшем декорированной натуральным шпоном разных цветов. Но выделяется этот стол именно своим камнем, так как это массивная столешница толщиной 3 см, длиной 2,4 метра с очень интересным рисунком, так как этот рисунок максимально напоминает пятна снежного барса на темном фоне. При этом всем здесь также присутствует большое количество кристаллических золотых песчинок, которые добавляют природный блеск этому мрамору, возвышая этот камень среди других.
Еще один модульный диван выставлен здесь. На подушках у нас здесь прикреплен вот такой валик для большей стабильности самой подушки. Обивка у нас это натуральная кожа, это такой же модульный диван. Здесь большое количество модульных частей, которые можно формировать как вам угодно. Но больше всего мне понравилась эта часть, так как в эту маленькую банкетку у нас интегрирован дополнительный столик, выполненный из темного ореха, куда можно выставлять какие-то определенные предметы. Этот диван, он уже идет на высоких ножках, которые выполнены из глянцевого металла, а каркас у нас идет из темного ореха. В этой композиции также идут журнальные столики, состоящие из двух столешниц. Нижняя из закаленного стекла, верхняя из натурального розового мрамора. Ножки представлены в двух вариантах, полностью из нержавеющего металла и с вставками из темного ореха. Обеденный стол в круглой вариации исполнения столешницы. Здесь у нас также установлена дополнительная вращающаяся столешница, но доступна кастомизация, вы полностью можете от нее отказаться. Здесь представлен уже другой вид мрамора, это сочетание таких цветов, как черный, белый, коричневый. И еще главный плюс, когда вы заказываете мебель из Китая, это в том, что доступна полная кастомизация, и когда вы выбираете мрамор, то вам производитель выставляет картинки слэбов, которые он имеет в наличии. Вы сами можете подобрать себе рисунок, либо разрез камня. Сама столешница у нас устанавливается на ножки, выполненные из массива темного ореха, и для устойчивости они закрепляются железной вставкой. Многие китайские производители работают с итальянскими дизайнами и в итоге пытаются их как-то усовершенствовать под себя, но в конце не всегда выходит что-то роскошное. Что не касается этой диванной группы, выставленной у этого производителя, так как это сочетание таких знаменитых брендов, как Декор широкой ленты Александра Мачерони и формы итальянского бренда Минотти. В итоге у нас получились такие роскошные, удачные вариации диванов, которые отлично впишутся в любые интерьеры. Первую композицию мы рассмотрим, это текстильный диван, кстати, очень глубокий, уютный, мягкий. Мне очень нравится, что в спинку и в подлокотнике у нас интегрированы вот такие дополнительные мягкие части, образуя подушки. Есть дополнительные подушки, то есть это абсолютно комфортный мягкий диван. И по всему контуру и с нижней части у нас присутствует декор в виде широкой ленты, украшая этот диван, но при этом не нагромождая его какими-то гигантскими элементами.
Это уже представленная композиция, выполненная из натуральной кожи. Мне очень нравится банкетка, она просто гигантская, спокойно можно отдыхать, использовать за место кровати. Причем, как вы заметили, что эта композиция у нас представлена в текстиле, в натуральной коже. Как я уже говорил про кастомизацию, вы можете оставить, например, банкетку из натуральной кожи, а левую и правую часть модулей заменить на текстильную композицию, что тоже отлично подойдет для дома. Производитель не останавливается на дизайне дивана и также использует это оформление для создания этой кровати. Декор широкой ленты идет от каркаса изголовья, переходящей в нижнюю часть и плавно выходящей в изножье. Этот элемент декора становится еле видимым в сочетании с текстилем, который полностью покрывает всю кровать. Причем лента подчеркивает необычное исполнение всего каркаса. Эта кровать отлично подойдет для любителей минимализма, которые хотят выделиться необычной дизайнерской простотой. Производитель работает с различными вариациями модулей. Посмотрите на представленные здесь вот такие вот композиции. Они могут быть совершенно разные. Под углом, стандартные, квадратные, со спинкой либо без. Также могут быть модули с интегрированными столешницами на основу самого каркаса. Это могут быть отдельно стоящие вот такие вот столики, которые также интегрированы в основную часть модуля. Это может быть текстиль, это может быть кожа. Причем посмотрите, какое исполнение идет. Наш производитель думает в первую очередь о комфорте, какие широкие подлокотники, которые можно использовать как дополнительное сидячее место. Сам диван идет на довольно-таки низких ножках, и многие могут подумать, что на этом диване вы будете сидеть некомфортно. Но, как вы видите, при моем росте 1,82 м я спокойно помещаюсь, я не проваливаюсь в этот диван. И если убрать дополнительную подушку, то открывается дополнительная глубина. При этом он работает с различными вариациями исполнения по материалам. То есть здесь представлены вот такие подушки, выполненные как из натуральной кожи, сочетание различных видов текстиля. А это значит, что это доступна полная кастомизация. И такие диваны отлично подойдут для домашнего комфорта. Вариации здесь присутствует сочетание вот таких вот модулей. Это двойные совмещенные модули с дополнительной вот такой вот интегрированной столешницей. Причем низ каркаса, он тоже меняется. Вы можете его обить наполовину в текстиле, в натуральной коже, либо полностью, как здесь установлено, из натуральной кожи. И присутствует такая вот еще декоративная вставка из нержавеющего металла.
Большой обеденный стол, выполненный полностью из натурального мрамора, подойдет для истинных любителей высокого дизайна. Массивная столешница длиной 3 метра возвышается на скульптурных ножках, одна из которых – это отдельно стоящий слэб, а вторая ножка – это накладывающиеся друг на друга слэбы, принимающие форму лестничной пирамиды. Конструкция для устойчивости крепится на подложе из нержавеющей стали. Еще один модульный диван здесь представлен, он выглядит как единая конструкция, причем в очень интересном исполнении. Посмотрите, здесь представлен еще один новый вид модуля, это полукруглая вот такая вот мягкая часть с интегрированной столешницей. То есть, если вы используете эту часть в этой конструкции, то когда вы разговариваете с собеседником, либо просто облокачиваетесь на это мягкое место, чтобы отдохнуть, на эту часть столешницы вы можете выставить какие-то предметы, либо, например, стакан с водой. У всей этой конструкции, у каждого модуля присутствует очень тонкая база, которая состоит из ножки нержавеющей стали, затем деревянного элемента, который обивается черной кожей, и на всю эту конструкцию устанавливается уже мягкая часть. Причем, как мы можем заметить, из этой конструкции модули могут быть совершенно разные, как стандартные, абсолютно любой формы, как и, например, вот такие вот высокие сидячие места, которые можно использовать как банкетку, скамью, либо при присоединении к этой банкетке это место уже превращается в подлокотник. Этот диван – это дизайнерская модель нашего производителя, причем это модульный диван. И на данный момент у этой модели существует более 50 различных модулей, поэтому этот диван можно выставлять в различные комбинации, как в маленькие, так и в большие пространства. Обивка у нас – это высококачественная натуральная кожа. Здесь присутствует большое количество пуха, как в основной сидящей подушке, так и в спинной подушке. Они высокие. Глубина для европейского клиента, посмотрите, я спокойно помещаюсь на эти диваны, и главное то, что это уютный, комфортный диван, который отлично подойдет для дома. Мы сейчас еще вблизи вам заснимем эту спинную подушку и покажем, насколько она широкая. К лицевой части этот диван также выделяет его роскошная спинка, так как это сочетание таких элементов, как глянцевый металл и натуральная кожа. Конечно, такой диван уже нужно выставлять в открытые пространства, где вы можете насладиться его красотой как с передней, так и с задней части.
Не обязательно стопроцентная реплика может нас заинтересовать, но при этом искусно хорошо сделанная дизайнерская модель также может хорошо выделиться в интерьере. Сегодняшние выставленные модели также нас удивили, поскольку некоторые модели мы не видели ни разу, и они скоро добавятся в нашу онлайн-платформу, в систему. Так что следите за новинками, которые у нас появляются, и помните, что на нашем канале вы узнаете все про мебель и увидите самые интересные модели, которые до этого вы нигде не видели. С вами был Николай, компания Globus. До скорых встреч. Пока.